В этом году в Талдыкургане будет запущен в строй современный бассейн длиной 50 метров и 10-метровой вышкой. Также здесь будет возведен крытый легкоатлетический манеж и построен велотрек, который протянется от Хабшигая до областного центра. Об этом рассказал аким области Амандык Баталов на церемонии награждения лучших спортсменов региона. Ключи от квартиры были вручены серебряному призеру Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро Раушан Койшибаева и тяжелоатлетке Карине Горичевой. Также ряд руководителей спортшколы и рекордсменов были отмечены знаками отличия и дипломами. В этом году на международных и республиканских соревнованиях спортсмены области завоевали 657 медалей, из них почти 250 золотых, 218 серебряных и 195 бронзовых. Хочу поблагодарить за такой подарок, двухкомнатную квартиру. И это все дает для спортсмена много стимула и силы, чтобы готовиться дальше еще последующим соревнованиям. Конечно, когда есть такое внимание, когда есть такая поддержка со стороны руководства области, я думаю, результаты будут еще выше.